Уважаемые друзья, здравствуйте. Начинаем обзор каждой позиции. И сегодня у нас на обзоре ель голубая трехлетка. Ель голубая трехлетка. Примерно она идет 15 сантиметров. Не примерно, в основном будет идти 15 сантиметров. Здесь где-то выше будут сеянцы, где-то... Ну, ниже навряд ли будут, поэтому будет перебираться, отправляться вам те сеянцы, которые не меньше 10-15 сантиметров, как заявлено на сайте. Но в основном это будет 15 сантиметров, так что сейчас можно сделать прием предварительных заказов. Идет у нас, можно сделать заказ. Делайте заказ, оплачивайте, бронируйте. И мы начинаем с 15 сентября уже отправку. Перед отправкой мы обязательно прозвоним вам, уточним все. То есть заказывайте, пока что она есть. По количеству у нас заявлено 5000, но здесь намного больше. Мы маленько страхуемся немного, для того, чтобы не обмануться, как говорится, и для того, чтобы всем хватило. Ну а которая останется, ту мы рассадим, естественно, и она будет у нас расти. Вот эта грядка полностью идет на продажу. Опять же, с 15 сентября, скорее всего, изменение цен в сторону повышения. Ну, на некоторые позиции. Ну, на эту позицию навряд ли. А вот на некоторые будет, особенно на пятилетку. Пятилетка хорошая в этом году. И пока что есть возможность заказать ее предзаказом, поэтому цена такая. Обязательно соблюдайте минимальные партии заказов, по-моему, 10 штук она, у нее минимальная партия. Минимальный заказ на нашем сайте на 3000 рублей, отправка с деком и почтой. Это кому как удобней. Ну а на следующий год вот с каждой почки, которая здесь есть, пойдет побег. То есть вот из этих боковых пойдут побеги. И она будет пышная и красивая елочка. На этом все. С вами был Евгений Филимонов. И вы были на канале питомника Хвойный дворик.